Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Let's Go to the Play, продолжаем играть Червь-убийца, или симулятор червя-убийцы от разработчиков Несыть. Итак, на чем же мы закончили? По-моему, мы закончили на резких поворотах. Это был 6-й уровень, и сейчас давайте переходим в 7-й. Доминирование. Съешьте их всех. Что ж, сезон охоты на червей открыт. Для справки, зеленые черви безобидны, черные опасны, если встанешь между ними, станешь их едой. Красные агрессивные и едят в основном других червей. Так, я, значит, красный. Так, сейчас разберемся, что тут у нас. Как тут управлять. Можно прыгать. Но пока мы еще совсем маленькие. Так, куда мы поплывем, блин? Так. О, личиночки, эх, блин, я уже забыл, каких можно есть, каких нельзя. Так, съели какую-то. Так, надо раскачиваться, я помню, здесь нужно раскачиваться. Так, ты маленький какой-то зеленый, желтый ублюдечек. Так, вот, они здесь вылазят. Ого, какой большущий, хочу вот этого. Блин, нет, не получается. Так, 3 из 8 червей. Вот они здесь около кормушки вылазят. Нормальненько. Мне нужно здесь прокачаться. Так, мухи летающие, их я стопудово не догоню. Так, что это вот это у нас здесь? За такое. О, мне вот этих нужно сожрать. Сейчас мы его сожрем. Фига себе, он как быстро. Ой, от нас сваливает. Вы видели, ребятки? Но... Так, 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 подождите. Блин, фига себе, муха какая классная. Сейчас мы сожрем всех. Мы сейчас их сдоминируем. Так, этого я не смогу. Ни хрена себе, вот это вообще просто. Офигенный здоровый червь. Блин, кстати, ребят, здесь так управлять не особо удобно. Здесь нужно приноровиться к этому, ко всему. Так. Так. Сколько там? Вот я вижу еще здесь, вот какая-то капелька указана, не знаю, что это. Провал, ребята! Это провал! Охренеть! Ладно, начнем заново. Начнем заново, ничего страшного. Мы главное здесь, главное не борьба, главное участие. Так, этого маленького я смогу сожрать? Смогу. Маленького мы ему с жопы подкусываем. Какие-то личинки. Нормально, фига они прыгают. Мемдемчики прыгающие, видали? Вот этого жука хрена сожрешь. Вон его же большущий жук спорол. Так, ну еще я этого успею догнать. И прыжок давайте сделаем. Нет, что-то у меня как-то не получился особо прыжок. Блин, давайте, давайте, давайте. Раз, два, поворот влево, поворот вправо. Мне нужно доминировать. Так, это мой был. Так, сейчас я... Блин, хотел догнать. Ух, закручиваемся. И прыгаем. Так, этого что мне? Ого, видали, я в него жопу откусил. Нормальненько. Так, вот еще кто-то. Червячок остался. Так, божья коровка. Так, я не знаю, что это такое включилось. Но. Теперь какая-то красная, зеленая. Когда проползаю, там какая-то фигня включается. Так, я не знаю, что я такое включаю, но это нормально. Так, что со мной не так? Ребята, что-то нажалось. Какая-то клавиша. Что-то вообще прям зависло, офигеть как. Да ё-моё, да долбанный провал, офигеть. Я уже задолбаюсь сейчас, походу, этот уровень проходить. Пробел начать заново. Пока не пройдет этот уровень, фиг я. Ничего вырезать не буду. Буду, блин, играть прямо. От души. Так, странно, странно, странно. Не знаю, может около этих ловушек постараться пообитать. Так, вот этих я точно... Хлоп. Так, 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 дружбан, иди сюда. Сейчас я прыгну. Блин, никак не могу привыкнуть к этому управлению.
Прыжок, прыжок. Опять провал. Слушайте, вот эти черви, они вообще офигеть какие злобные. Ладно, мы должны пройти этот уровень. Но остались без башки. Мы продолжаем проходить, ребята. Не ссать. Не ссать в компот. Так, я почти запорол какого-то червячища одного. Блин, ну ты куда, не в ту сторону, я ж тебя хотел. А, слушайте, здесь можно скручиваться, когда видно, что опасность, да? Ага, видно, блин, надо, короче, подальше, все, я понял. Держимся подальше, ребята. Держимся нахрен подальше. В жопу вот от этих вот злобных и вонючих, большущих червяков, и все. Сейчас мы пока напоримся этих. Ха-ха! Вы это видели? Вот этого злобного мутанта, который нам вообще не дает просто пройти уровень. Вот, я в него откусил тоже чуток. Так. Ах ты, ублюдок, а! Вот это, да, вот это мне хвост откусили, у меня вообще не шевелится почти ничего. Все, вот это, походу, тоже провал. Так, здесь какие-то летающие фигнюшки. Так, жук-носорог. Он меня сейчас может тоже спокойно сожрать. Офигеть, ну-ка отстань от меня, противный жучара. Так, надо, блин, здесь вообще прям им не особо удобно уже таким вот малюсеньким. Да, ребята. Вот этот уровень нам попался. Даже такую малюсенькую личинку и то, блин, еле ест. Да слушай, достал, блин, а? Ну реально. Так, подожди, здесь что-то как-то вроде мышкой что-то можно шевелить. Да, можно. Все. Вы нарвались уже от меня. Увидали? Это невозможно просто пройти. Каждый уровень. Что-то, а чё он начинается все с одного и того же? Сейчас я буду прыгать. Я великий попрыгун, который сейчас. Вот ублюдок, а. Опа, опа. Блин, ась. Слушайте, слушайте, сколько же можно это доминирование. Дайте мне хоть одного червяка сожрать. Так, жопа вроде у него выросла. Буду все, я, блин, буду около вот ловушек этих. Так, все. Минус один какой-то там. Так, нужно, чтобы 8 червей, все они сдохли. Прыжок, прыжок, прыжок. Давай, 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 дружбан, прыжок. Чё-то ты слабо прыгаешь, вон эти кузнечки, то выше тебя прыгают. Сраный малюсенький червь, который не может ничего сделать. Так, ладно. Какая же это офигенная игрушка, блин, и нифига она не проходит. У меня же пальцы прям устали эту раскачку делать, просто вы бы знали. Вообще нереально, никак. Не знаю, как пройти этот, блин, долбанный сраный уровень. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. И куда ты, куда ты, куда ты, куда ты так? Так, здесь что за замес, что за замес, ребята? Без башки меня оставили, просто спокойно, без башки, раз, и все, и нету никакого замеса, все. Просто-просто точки. Опа! Опа! Да офигеть, ну почему они меня съедают? Вы видали, да? Прикол-то в чем, а? Я хочу свалить, я хочу свалить! Дайте мне, блин, сначала свалить. Я хочу нахрен свалить. Либо... Да блин! Я же никого не трогаю. Хватит меня есть, ребята, а? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, не трогайте меня. Дайте мне хотя бы чуть-чуть, блин. Слушайте, эти черви черные. Они самые злые. Смотрите, их невозможно победить. По-моему, там что-то в начале игры говорилось, что
Эти странные черные черви, они самые злые. Поэтому будем держаться от них подальше. Давайте мух, мух сраных половим, муху вот этих вот. Интересно, можешь поймать эту муху? Ага, что-то больно она... Больно она высоко. Так, слушайте, там червь, червь, червь. Так, нормально, нормально, нормально. Я уже почти, я уже почти. Блин, давай, давай, давай. Опа, 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 съем я этого жука или нет? Ах, вы сраные носороги, а. Или как вам там, как вас там зовут, как вам там подобраться? Как вам, к вам подобраться, жуки вы хреновы, а? Сейчас прыжок. Нет, я все-таки вас как-то... Блин, а что они здесь защищают, я не пойму. Так, вот, главное, подальше, подальше от этих большущих червей. Так, это я не знаю, что такое. Адреналин дает время немного подумать. Так, ясно. Адреналин, я уже забыл, как его включать, но фигня. Вот здесь уже офигенно большие черви. Большие черви. Два из восьми червей уже убито. Так, ладно, я его сожру. Втихаря, пока здесь вроде никого нету. Возможно, я буду большим. Ага, большим. Большим, 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 большим. Нет, мне никак, ребят, не дают вырасти, блин. Там до 20, по-моему, сколько там нам надо. Так, ладно, полхвоста откусили. Отлично. 7 всего, 7, 7, 7. Так, вот это что такое? Что это у нас такое здесь? Адреналин, адреналин, ё-моё. Хлоп. Ого. Адреналинчик, блин. Фу, 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 фу. Так, куда же мне, куда же мне, куда же мне? Так, вот этот злобный червяк, он сейчас всех приел. Я вообще никого не могу съесть. Вот съел какую-то башку. Так, мне нужно вырасти до 20 сантиметров. Так, 9, 10. Так, вот здесь что, личинки есть? Так, есть вроде какие-то. Так, нормально, нормально. О, там червячок был. Так, осталось чуть-чуть червяков. Да ты пошел нахер. Ребята, это провал. Здесь вообще невозможно вообще никак выиграть. Давайте попробуем сменить уровень. Так, где-то у нас новый уровень. Так, 7-й, 8-й. Давайте попробуем в 8-м уровне. Может, там хотя бы нам будет что-нибудь получше, а? Так, пожалуй, хватит насилия. Устроим соревнование на скорость. Выигрывает тот, кто первым проходит 2 круга. Круг это 5 чекпоинтов, которые нужно активировать один за другом. Кстати, чем червь длиннее, тем он быстрее ползает. Отлично. Так, все. Готовы? Я ожидаю от вас хотя бы 2-го места. На старт, внимание, марш. Так. Так, ребятки, от меня ожидает 2-го места. Чё-то я не туда попался. Так, они же и прыгают. Ах, вот и вы ублюдки, а. Подождите, а куда ползти-то? Где чекпоинты? Где чекпоинты-то? Так, пока ничего не понятно. Не знаю, если честно, где, чего, куда. Так, вот, что-то какой чекпоинт, по-моему, я прошел. Круг первый. Сколько там, по-моему, 2 круга? 2 круга надо пройти. И что, ребята, какой я ползу, интересно знать. По-моему, я даже не знаю, какой я ползу, но пофигу. Слушайте, здесь что-то еще... Есть можно, что ли, кого-то? Так, чекпоинты, чекпоинты. Ага, блин. Жуки, вы вонючие жуки, а. Так, все куда-то туда ползут. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Блин, так неудобно управлять. Что же случилось с этим червяком? Он вообще все просто, блин, застыл. Что, уже на 2-м круге, а я все здесь. Ребят, я не знаю, этим червяком вообще нереально, блин, дубово управлять. Чеснок завершил 1-й круг, отлично, ладно. Где хоть у меня 1-й круг-то? Мне вот интересно, где у меня 1-й круг?
Так, первый, второй, первый, второй. Здесь нужна эта, блин, долбанная раскачка, которую я вообще не могу никак... Не могу никак приноровиться к этой раскачке. Вы понимаете, как тут вообще приноровиться? Я даже не понимаю. Так, ребят, второй круг. Второй круг пошел. Второй круг пошел. Второй круг пошел, и я вроде как... Надо просто чуть-чуть приноровиться. Так, поворачиваем. Немного поворотов, совсем немного. Так, неужели? Неужели? Давай, дружище. Давай, дружище, ползи. Так, я все равно по сходу последний, ребята. Кто-то уже сделал два круга. Да, ребята, походу мне настал край. Но ничего не сдаемся, ничего не сдаемся. Где-то тут у нас еще есть ближайшая точка, которая нам нужно в нее попасть. Нам нужно попасть в эту точку. Блин, ах ты вонючий жук, это провал, ребята. Прыгать надо было под... и прыгать, и подрезать. Тут еще эти жуки нахрен вообще ничего не дают. Фу, ребята, вот такая серия вообще получилась. Очень сложно играть уже на этих, блин, больших уровнях. Я не знаю, как там проходить остальные уровни, но она реально, блин, сложная. Никак я, если честно, не могу приноровиться к этому жуку. Но если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставить лайки. Будем все-таки пробовать проходить этого червяка и учиться им что-нибудь хотя бы делать. Раскачку, прыжки, блин, и все такое. Всем спасибо, всем пока.